Бюджет Хакасии пополнится практически на 162 миллиона рублей. Эти деньги, дотация на сбалансированность бюджета на 2013 год, выделил Минфин России. Об этом на этой неделе объявили на Президиуме Верховного Совета. Причем еще совсем недавно эта сумма должна была быть всего 50 миллионов. Но благодаря работе республиканского парламента и правительства Хакасии удалось добиться. Цифру увеличили в 3 раза. В итоге большая часть средств пойдет на заработную плату бюджетникам, в первую очередь педагогам. Деньги направят в том числе и муниципалитеты. 60 миллионов останутся в Абакане. Их распределят между столичными работниками культуры, образования и специалистами Министерства труда. 45 миллионов отдадут на помощь местным бюджетам. Этот год Хакасия закрывает с дефицитом около 4 миллиардов рублей, при том, что доходы в 2013 составили 19,5 миллиардов, а потратили более 23. Сегодня глава республиканского Минфина Юрий Лапшин находится в Москве на переговорах. Если они пройдут успешно, наш регион получит бюджетный кредит. Депутаты Верховного Совета продолжают встречаться с избирателями. На этот раз парламентарии Петр Воронин и Дмитрий Надымов посетили Аскисский район. Помимо поселковых проблем, таких как уличное освещение, замена старых столбов, в селе Верхоскис люди шли и с личными вопросами. Встреча с депутатами для Лилии Бурнаковой – надежда спасти жизнь своей дочери. Молодая девушка попала в аварию в результате серьезной проблемы с позвоночником. Требуется операция в Новосибирске. Квота была, но пациентка из-за болезни не смогла вовремя попасть на прием. Вызова нету. Вчера здесь сельского совета звонил в Новосибирск. Он сказал, что квоты нет. Хотя квота была. В марте месяце мне новосибирские врачи говорили, квота за вами сохраняется. Депутаты сразу же связались с Минздравом Хакасии и со своим коллегой Владимиром Костюшем. Он возглавляет комитет по здравоохранению в Верховном Совете. Жизненно важный вопрос удалось решить быстро. Новосибирские врачи готовы прооперировать девушку уже 9 января. Верхоскис – не единственный населенный пункт, где прошла встреча с представителями законодательной власти. Следующая остановка – село Берегчуль. Здесь также накопилось много проблем, которые требуют вмешательства парламентариев. В первую очередь потребность в воде, в буквальном смысле искать которую жителям пришлось после углубительных работ. Уровень местной реки опустился вместе с водой в колонках. Депутаты пообещали проконтролировать, чтобы все были обеспечены водным ресурсом. Впрочем, сегодня бурят скважины люди за свой счет, как таковых финансовых проблем пока не возникает. За помощью к парламентариям обратились и педагоги сельской школы. Практически год они ждут начала строительства нового учебного здания. Но из-за финансовых проблем Хакасия этот проект на время заморозила. Есть государственная программа развития образования Республики Хакасия до 2020 года. И туда прописывается какая-то сумма, допустим, там 3 миллиарда рублей. Да? И в рамках этой программы уже Министерство образования делает набор, какие объекты, что, куда попадает. Сегодня в бюджете Республики Хакасия на эту программу заложено 10 миллионов рублей всего. Соответственно, такое же софинансирование будет из федерального. И сегодня никто не сказал, что решение там строительства новой школы отменили. Никто его не отменял. Основной закон страны отметил юбилей. 20 лет назад, 12 декабря, произошло одно из ключевых событий. Приняли Конституцию Российской Федерации. Она стала базой современного законодательства и закрепила не только государственный строй, но и наши с вами основные права и свободы. Чем принципиально отличается Конституция от какого-либо другого документа? Это те основополагающие какие-то нормы жизни человека, данному ему от рождения, которые, безусловно, не могут меняться в принципе. Если человек называется человеком, то он обладает 3 составляющими. Это обязательно. Имеет право на жизнь, на свободу и на собственность. И где бы и когда бы это ни происходило, он обладает этими постулатами. Поэтому вокруг этого всего и строится вся основная Конституция Российской Федерации и основные конституции других государств. Совместно празднуя 20-летие принятия Конституции Российской Федерации, мы фактически отмечаем 20-летие государственности. Празднование Дня Конституции прошло и на федеральном уровне. Председателя Верховного Совета Владимира Штыгашева признали лауреатом премии делового журнала «Профессионалы России». В этом престижном издании объемом 700 страниц представлены все субъекты России. Теперь и Хакасия.
Награждение прошло в Москве, где всю прошедшую неделю спикер парламента проводит рабочие встречи. Владимир Штыгашев был и в числе приглашенных на ежегодном обращении президента к Федеральному собранию. Послание президента у нас произвело глубокое впечатление. Прежде всего, заботой о судьбах страны нашей, о выходе из сложных ситуаций, в которых она оказывается. И самое главное, сегодня обрисован путь выхода России из сложного, может, кризисного положения. Это были все новости парламентской недели. Всего доброго!